Символ Великой Победы возвращается. В доме 4301 подходит к концу капремонт, в ходе которого торцевая стена преображается буквально на глазах. Здесь, как и в прошлые годы, будет красоваться Орден Победы. Правда, в новой версии он нарисованный. Часть покрасочных работ позади, и на всеобщее обозрение уже предстала гигантская георгиевская лента. Дело осталось за отображением непосредственно самой награды. Директор управляющей компании «Паритет» отметил, что рисунок не самый простой. Тут потребуется практически ювелирная работа маляров и немало времени. К слову, приступили к воссозданию достопримечательности в новом облике еще в мае. Рисунок рисовали художники, согласовывал главный архитектор нашего города Алмаз Ахтямович Идрисов. Значит, вот по общему решению, значит, был выбран именно такой рисунок. Им, я думаю, осталось не так много времени, где-то порядка, наверное, недели-двух. Старую уж многотонную объемную конструкцию с Орденом Победы во весь дом демонтировали еще в феврале. Иначе не удалось бы в ходе капремонта утеплить торцевую стену. Жильцы, напомню, до этого жаловались на холод в комнатах. Более того, само металлическое панно за 40 лет серьезно обветшало и начало представлять реальную угрозу для проходящих под ним.